Всем привет! Сегодня я была в Фикспрайс и была приятно удивлена новинкой, которая появилась в Фикспрайс. И спешу с вами поделиться этой новинкой, показать. Сейчас распечатаем вместе, посмотрим. И если вам такая штучка интересная нужна, то поспешите тоже в Фикспрайс. Можно подумать сначала, что это просто рамка для фотографии, но нет. Это у нас пробковая доска для заметок. Новинка. Мы как-то с дочкой делали что-то наподобие, ну, то есть своими руками. Ну, так как у нас такого вот пробкового полотна не было, мы делали, ну, как говорится, из подручных средств. Стоила она 99 рублей, она идет в деревянной рамочке, а здесь идет пробка. Ну, вот так выглядит с обратной стороны. Ну и давайте же откроем и посмотрим. Мне самой очень интересно. Открываю при вас. Она достаточно легкая. С обратной стороны идет как плотный картон. Ну а здесь сама пробка. Она вот немножечко двигается. Ну, двигается, но не вылетает. Ну, пахнет просто деревом. Такая немножечко шершавая поверхность. Ну, само по себе дерево. Рамочка хорошо очень сделана. Так, здесь идет в комплекте два таких вот гвоздика, саморезика. И идет такая вот веревочка. Это для того, чтобы можно было, например, повесить куда-то на гвоздик, на стену. Ну, а я, скорее всего, буду немножко использовать по-другому. Я просто прикручу эти два гвоздика сюда вот на край и сделаю так вот веревочку, чтобы можно было на маленькие прищепочки что-то тоже, какую-то или информацию прицепить, или, например, фотографию какую-то тоже будет удобно. Посмотрим, может быть, так поставлю или может быть так. Можно по-любому. И очень удобно. Можно повесить на эту веревочку куда-то на стену, на гвоздик, или сделать, как вот я хочу сделать, типа такой вот вешалочки. Как же пользоваться этой пробковой доской? Мы, например, берем какой-то листочек, можно взять с клейким краем, с липким, но она достаточно плохо сюда приклеивается. Берем обычный бумажный лист, например, пишем какую-то заметочку для себя. Например, и потом берем, у меня есть вот такие гвоздики, они продаются в свободном доступе в любом канцелярском магазине. Берем любой гвоздик, он дешевый достаточно, и этот листочек, например, цепляем на эту доску. Точно так же можно воспользоваться, какую-то фотографию на время прицепить. Например, вам надоело или не нужна уже эта надпись, вы ее убираете, то есть у вас сама доска остается целая, невредимая. И можно написать уже, например, что-то другое, что вам охота написать, какие-то, например, дела сделать или еще что-то. И уже цепляете в другом месте, например, также. Все, у вас уже никуда этот листочек не денется, не потеряется. А когда пользуешься вот такими вот с липким краем, они иногда имеют такое свойство отклеиться или упасть с какой-то поверхности, на какую вы, например, ее цепляете, и забыть ту информацию, которую вам нужно было, например, запомнить, или какое-то напоминание. Я считаю, очень удобное приспособление. Это вот такая вот пробковая доска. А, конечно, если бы она, например, продавалась за 199, потому что многие сейчас товары за 199 фикс-прайс, но была бы она, например, вдвое больше, я бы, скорее всего, взяла чуть побольше, потому что все-таки это не очень большая. Она такая формат А4, я думаю. Тут не написано. Но по размеру видно, что как будто А4 формат. Ну а так, конечно, я буду с удовольствием просто пользоваться такой пробковой доской для заметок.
И если вам она нужна, пока не есть фикс-прайс, или, может быть, вам еще не привезли, но заглядывайте в фикс-прайс, может быть, к вам как раз вот их только должны будут завести, и вы приобретете себе такую, я считаю, очень полезную вещь. Например, для школьников очень удобно повесить какое-то расписание сюда, и всегда оно будет на глазах. Не нужно, например, пачкать клеем, скотчем какие-то шкафы свои, стены. Ну, то есть, а вот такая вот доска очень, я считаю, будет удобна. Ну вот, всем спасибо за внимание. Если вам понравилось мое видео, конечно же, ставьте лайк, как всегда. Мне будет очень-очень приятно. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое, интересное какое-то, может быть, для вас видео. Ну и всем пока. До новых встреч.